Ямал на 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи представляла делегация из 29 человек. Нашей коллеге, работнице предприятия «Газпромдобыча Ямбург» Регине Габдракиповой посчастливилось принять участие в уникальном форуме. Для этого ей пришлось преодолеть два отборочных этапа. Помимо образовательной программы, куда вошли более 800 лекций, для участников фестиваля были организованы ежедневные спортивные мероприятия, в том числе сдача нормативов ГТО и забег на 2017 метров, который собрал участников из 73 стран мира. В рамках фестиваля было организовано множество площадок, на которых выступали авторитетные спикеры. Регина – активный участник Совета молодых ученых и специалистов «Газпромдобычи Ямбург». По ее мнению, опыт молодежного форума может оказаться полезным и для нашего предприятия. По примеру фестиваля, я бы хотела, чтобы проводились такие же площадки со спикерами, именно с нашими руководителями, которые приезжали бы, рассказывали, чем они занимаются, их подразделения, как они добились успешной карьеры, какие трудности были на их пути. Я думаю, это будет интересно не только нам, молодежи, но и вообще всем работникам. Такие встречи сближают и дают стимул, чтобы двигаться дальше. –